Мы приветствуем вас на канале «Стройгарант Анапа» и продолжаем вас знакомить с домами, которые находятся в свободной продаже именно в жилом комплексе «Азовском». Напоминаем, что мы находимся в Темрюке. Это город на берегу Азовского моря. Что хотим рассказать сегодня? Друзья, компания «Стройгарант Анапа» продает не только дома в чистовой отделке, полностью дома под ключ, но дома на разных этапах строительства. В данный момент мы расскажем о двух проектах. Это проект 90 квадратов, и он уже продается на данном этапе строительства. О цене чуть попозже, расскажем о проектах подробнее. Оба дома расположены на земельном участке 6 с лишним соток. Достаточное количество земли. Уже отлита отмостка, естественно, есть фундамент. Уже вылито крыльцо и выложены стены. Друзья, на этом этапе все. Ну, как вы понимаете, появится и крыша, все, что необходимо для жизни. Особенность этого проекта на настоящий момент. 90 квадратов, маленького уютного помещения с эркерной спальней. Это особенность, о ней мы говорим много. Это, конечно, классно и здорово, женщины особенно оценят. Давайте пройдем вокруг, посмотрим, что дом представляет собой с той стороны. Выходим на террасу. Терраса объемная, 21 квадрат, уже вылиты ступени. Обратите внимание, они литые, прочные. Наверняка из кухни-гостиной будет выход на террасу. Терраса выходит на ваш приусадебный участок. Отсюда видны уже дома Темрюка, хотя мы находимся в жилом комплексе Азовском. Напомню, наверняка будут большие двери. Объемная кухня-гостиная, мы в ней обязательно сейчас с вами побываем. Как я уже сказала, вы можете делать террасу, оставить ее либо открытой, либо с навесом, либо сделать остекление полностью всей объемной террасы. Здесь очень здорово. Друзья, если войти в дом со стороны террасы, можно увидеть, что мы заходим в кухню-гостиную. Здесь также есть три спальни и санузел. В кухне-гостиной на этом этапе строительства уже выведены коммуникации. Наверняка канализация, есть водопровод обязательно. Смотрите, толщину стен можно увидеть. Качество заливки пола, это все на этом этапе можно оценить. Если пройти в самую красивую спальню с самым шикарным видом, мы увидим, что здесь будет обязательно эркер. Смотрите, соседи уже заехали, мы с ними пообщались, соседям все нравится. Рядом две спальни и санузел. Посмотрите, 90 квадратов, но помещение достаточно объемное. Коридор, санузел и еще две спальни с шикарным видом. Что есть в санузле? Ага, ну вот они все выводы, смотрите. Все выводы уже присутствуют. Будет наверняка двухкамерный стеклопакет. Обязательно с матовой вставкой, как всегда это бывает для санузлов. Это спальня 11 квадратов, соседние 12 квадратов. Спальни небольшие, но есть объемные окна, места вполне достаточно. Мы выходим в коридор, в прихожую, и крыльцо здесь достаточно объемное, 9 с лишним квадратов. Большое крыльцо, как говорим часто, можно сделать остекление, можно сделать навесы или оставить свободно, как пожелаете. Друзья, как мы уже сказали, крыши на этом этапе нет, но мы находимся в Азовском. Крыша здесь будет в исполнении в мягкой кровле, в коричневых оттенках, с хорошей звукоизоляцией. Это обязательно будет. Через 2-3 месяца будет готова полная отделка этого дома. Предчистовая. Информация о цене чуть позже. Друзья,
Друзья, сегодня мы рассказали вам о двух домах 90 квадратов на определенном этапе строительства, когда крыши дома еще нет. Напоминаю, мы находимся в Азовском, это Темрюк, замечательное место у моря, и дома продаются и на этом этапе строительства. Обязательно позвоните нам, друзья, потому что цена растет. Цену на сегодняшний момент дома 90 квадратов вы можете увидеть на экране. Обязательно позвоните, цена меняется. Друзья, вы были на канале «Стройгарант Анапа». У нас всегда хорошие новости.